Рыба-кит, папа рисует. Привет, я Ваня, хочу сегодня рисовать щенка. Рисуй со мной, это будет просто. Я возьму гуашь, лист бумаги белый и кисточку. Рисуй со мной. Мой щенок будет простой и вот такой веселый. Это его голова. Она похожа на грушу, будет немножко. И мы ее рисуем сперва. Такую вот голову. Тут же будем щенку пририсовывать мы шею. И тело. Вот такое тело. У него такое простое овальное тело. Овальное тело и овальная голова. Тут же пририсуем щенку лапки. Лапку одну, лапку вторую. И задние лапки нарисуем вот здесь. Тут я их рисую. Вот так получается. И хвостик. Не забудь нарисовать хвостик своему щенку. Придумай ему имя. Хвостик вот такой получается. Вот такой. Толстенький щеночек, толстенький. И, конечно, нарисуем ушки. Ушки вот здесь идут, ушки вот так и вот так. Ну, есть разные щенки, и по-разному ушки у них идут. Ну, мне нравятся именно такие ушки. Возьмем темно-коричневый и немножко эти ушки подведем. И сделаем их такими веселенькими ушками. Здесь тоже можно нарисовать тоже коричневым, здесь коричневым. Немножко добавить везде коричневого. Такой светло-коричневый и темно-коричневый цвет. Такой щеночек получается. Отлично. Теперь смываем кисточку и берем, наверное, потоньше кисточку, чтобы у нас получилось все четко. Вот здесь с мордочкой. С мордочкой нужно постараться. Сначала возьмем белый и нарисуем ему глазки. Один глазик, второй глазик. Глазки рисуем вот так большие, потому что у щенка большие глазки, и он довольный и улыбается. Отлично. Нарисовали, смываем. Теперь мы возьмем черненький и нарисуем ему нос. Нос, ну, я думаю, у меня будет барбос. Носик такой веселенький нарисуем, и сразу у него идет вот так. Раз. Он улыбается. Мой щенок улыбается. Здесь можно точечки поставить. Брюшки, такой вот он довольный, волосики, пятнышки, на нем есть черные пятнышки, это не значит, что он грязный. Нарисуем сразу ему лапки, и на лапках нарисуем коготочки, и теперь нарисуем коричневым, нарисуем черные глазки, нет, коричневым глазки нарисуем, коричневым, потом черненьким зрачки нарисуем. И у нас щеночек будет совсем хороший, готовый. Черненьким. Отлично. А беленьким я забыл нарисовать блик. Блик нарисую. Такой щеночек, явно ему что-то не хватает. А не хватает ему мисочки. Мисочки с молочком. И мы нарисуем мисочку вот такую вот так. Овальчик. Молочко внутри беленькое. А мисочка вот такая будет синенькая. Так мы ее нарисовали. Синенькую мисочку. Отлично. Такой вот щеночек получился. Помоем кисточку хорошо-хорошо. Возьмем желтенького и нарисуем ему яркое солнышко. Он гуляет на солнце. Вышел на улицу и гуляет. Наш щенок очень-очень довольный. Также, если вы еще не закончили, то можно нарисовать травку. Это тоже будет красиво. И ваша картина будет более законченная. Отлично. Щеночек гуляет, веселится. И его очень легко нарисовать. Мой щенок барбос, как ему сказал. Мой барбосик. Маленький еще барбосик. А у тебя, может, уже большой, крепкий пес. Но я сегодня нарисовал щенка. Рисуй со мной. Красками рисовать очень легко, как ты видишь. И очень просто. Ты можешь воплотить свою мечту. Так, как ты хочешь нарисовать. Спасибо. И пока. До новых встреч. Приходи еще на канал Рыба-Кит. Папа рисует. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк. Пока.